Всем привет! Меня зовут Андрей, и сейчас мы находимся около Троскосельского лицея, который знаменит на весь мир тем, что в нем учился Александр Сергеевич Пушкин. Все экскурсоводы проводят здесь свои экскурсии, но сегодня мы забыли студенческие, и поэтому покажем вам другой Пушкин. Пойдем за мной. Самое интересное место в Пушкине, скажу вам по секрету, это ларек магнитов. Его любят все, и туристы, и не только. Даже на велосипеде сюда приезжают. Издалека. Ну, Лицейский переулок, им сейчас никого не удивишь. Но вот ларек магнитов рядом с лавкой мороженого, это уровень. Первая остановка нашего маршрута – это лавка магнитов. Лавка магнитов – излюбленное место туристов. Они здесь могут купить. Здесь представлены разные виды магнитов. От самого нашего любимого до видов Санкт-Петербурга и всего прочего. Также здесь есть кружки, матрешки, книжки, зажигалки, шапки, которые, кстати, стоят в 5 раз дороже, чем на самом деле они должны стоить. Но ничего, мы прощаем. Кто же смельчак будет, который ответит нам на вопрос? Расскажите, какие вы знаете достопримечательности в Пушкине? Ради чего вы приехали вообще? Я приехала, чтобы посмотреть янтарную комнату. А знаете вы, где находится арсенал? Арсенал? Да. С оружием? Да. Нет. Здорово, ребят. Ну, что скажете? Как вам в Пушкине вообще? Вы откуда прилетели? Здравствуйте. Ответьте на пару вопросов. Молодежное телевидение города Пушкина. Про Пушкин. Простые вопросы. Очень простые. А знаете какие-нибудь достопримечательности в Пушкине? Конечно, знаю. Лицей, Екатерининский дворец, Александровский дворец. Что еще? И все в парках. А какие-нибудь, знаете, такие секретные достопримечательности, которые вот, ну, не самые популярные? Секретные. Ну, если только в Александровском парке, может быть, не все знают. Плотину там можно пикничок устроить. Ну, вот. Тут арсенал там. Арсенал, да, ключ. А вы знаете какие-нибудь достопримечательности? Знаю. Какие? Ну вот это первая электростанция в России, которая, около которой вы стоите. Вот, снабжала Царское село электричеством. Это оркестр из 3 человек. Здрасте, девчонки, вы откуда? Мы с Пушкина. Вы учитесь? Да, мы учимся в аграрном университете. А вообще город вам нравится? Да, город очень красивый, очень аккуратный, здесь очень чистый и атмосфера, мне всегда хочется гулять, парки здесь очень красивые, мне нравится. А есть такое место, называется Арсенал, знаете, где находится? Нет, не знаю. Нет, не помню. Ну, вот Арсенал, вы как раз к нему идете. Я подошла посмотреть, но я не знала, что это Арсенал. Да, есть. Это там, в глубине, туда надо идти далеко. Ничего про него не знаете только? Ну, Арсенал, оружие хранилось раньше. А сейчас я хотел бы показать вам Екатерининский дворец. Он вот там. Но рассказывать я буду про то место, которое находится за вашей спиной. Это знаменитый Арсенал. Что, уже интересно? Мне тоже. Трудно представить, но когда-то здесь находилось до 5000 холодного огнестрельного оружия. Но в 1886 году все оно было передано в Эрмитаж. Просто посмотрите, что сейчас осталось от арсенала.
Сейчас мы идем по Александровскому парку, около Александровского дворца. Но о нем мы вам рассказывать не будем, потому что мы забыли студенческие. Но место красивое. В 17 и 18 веках китайская тематика стала очень популярна в России. Следствием этого стала постройка драконьего моста, который, кстати, не разводной, так как судоходство в Пушкине не очень развито. Драконий мост известен своими драконами. Вот один из них. Подойдем к нему поближе. Красота! А сейчас мы находимся рядом с горой Парнас. Но не с той горой Парнас, которая находится в Греции, а той, которая в Пушкине. Ту-ду-ду-ту-ду! Гора Парнас была построена вследствие углубления Крестовского канала. На вершине ее должна находиться восьмигранная беседка. Посмотрим, есть ли она там. Мы думали, что гора Парнас намного ниже. Но мы не угадали. Мы решили сделать привал. И вот, наконец-то, я почти добрался до вершины горы Парнас. И сейчас буду искать беседку. Но ее нету. Нет ее потому, что в 1810 году ни один из проектов не был одобрен. И поэтому сейчас здесь пустыня. Закончить нашу экскурсию, мы хотели бы около здания Царскосельского вокзала. Именно с этого вокзала в 1836 году был запущен первый паровоз в сторону Павловска, который развивал на то время неслыханную скорость 60 км в час. Да, да, Пушкинский. А что там было, не знаете, достопримечательность какая? Ну как, это был первый вокзал, вот была Царскосельская железная дорога, да, от Санкт-Петербурга до вот Пушкина. Она проходит через Пушкин и в Павловск. И вот, пока мы гуляли по другому Пушкину, в настоящем Пушкине начался дождь. Это означает, что нам пора заканчивать наш репортаж. И мы надеемся, что те, кто уже бывали в Пушкине до этого, влюбятся в него еще сильнее. А те, кто еще не были, захотят обязательно посетить этот прекрасный город. До новых встреч!